времени суток подписчики и случайные зрители. В этом видео хочу вам показать аквариум с креветками и рыбой. Подсадили креветок к Данио Рерио, боцем мраморным и звездчатому саму. Где, кстати, он? Так, а вот видно его хвостик. Если Данио Рерио мелкая, то боцы оставались под вопросом. К тому же, как всем известно, боцы любители полакомиться улитками. Однако, на удивление, креветок они совсем не стали трогать. Первое время Данио Рерио и боцы испытывали нездоровый интерес к креветкам. Подплывали вплотную, рассматривали, но пробовать на вкус ни те, ни другие не стали. Более того, длинные усы креветок, которых почти не видно визуально, задевали рыб, и те, испугавшись, резко уплывали от креветок прочь. Впрочем, доступ к донному корму креветкам не дают, а те и не особо претендуют на него. Доедают после всех, плюс поедают обрастания на камнях, мхе и оборудовании. Излюбленным местом обитания, как и следовало ожидать, является губка фильтра. Обратите на нее внимание. В ней остается очень много различных вкусностей для креветок, плюс расщелины в губке являются неплохим укрытием, в котором они проводят много-много времени. Как показывает практика, очень хорошо уживаются с самами, присосками, особенно когда они небольших размеров. Самы стеклянные, таракатумы и прочие равнодушно относятся к креветкам. Акантофтальмусы интересуются креветками, но пробовать на зуб не решаются. Очень хорошо уживаются с мелкими видами гуппи. Микроразборами. К сожалению, не прижились совсем со скаляриями, петушками. Те сразу видят в креветках вкусняшку. Очень позабавились цихлиды, как съедобное развлечение. Обычные гуппи, малинезии, пицили, меченосцы, в принципе, им понадобилось время на то, чтобы поймать креветок. Невзирая на большое количество растений и гротов, то есть большое количество укрытий, через неделю креветок не осталось совсем. В этом же видео хочу ответить на комментарий, а точнее вопрос от Максима Наймушина, если я правильно называю его фамилию. Будут ли барбусы вишневые жить с креветками вишневыми? Сказать честно, не пробовал саживать, однако сейчас и попробуем. Для того, чтобы быстрее понять, уживутся ли они между собой, мы посадим барбусов вишневого и креветок в отсадник, то есть ограничим пространство до минимума. Таким образом, барбус постоянно будет видеть креветку, а у креветки не будет возможности спрятаться. Come on.
Если у вас креветки живут с рыбками в одном аквариуме, обязательно напишите в комментариях, с какой рыбкой содержатся ваши креветки. Потому что информации на сайтах, ну и вообще опыта в этом деле достаточно мало, как и у меня, так и у многих других моих знакомых аквариумистов. На этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.